Санаторий «Лермонтовский», который зимой этого года перешел в подчинение Министерства обороны, принял первую группу военнослужащих, нуждающихся в оздоровлении. В руководстве здравницы говорят, что вскоре к этой категории добавятся и гражданские, а значит, санаторий вернется к своему прежнему режиму работы. Вместе с ведомственным подчинением санаторий сменил и название. Отныне «Лермонтовский» – это центр медреабилитации и санаторного лечения «Одесский». О том, что здравница принадлежит Министерству обороны, сообщают предупредительные таблички и военные на входе. Потому первыми пациентами здравницы стали военные. Мы работаем уже 2 дня. За эти 2 дня заехали люди. Заехало уже 19 человек на сегодняшний день. И еще сегодня должно заехать 4 человека. И до 25 числа уже будет более 50 человек. Это те, которые уже точно будут зафиксированы. Плюс каждый день набираются обороты. Это пока что только военнослужащие. Остальные категории граждан Украины. Сейчас заключаются договора с фондами соцстраха, с муниципальными службами, не только Одесса, и других регионов. Начальник говорит, что с момента передачи в санатории уже провели масштабные ремонты с полной заменой коммуникаций. Свет, вода, канализация. Все это обошлось в несколько миллионов гривен. На очереди внутренние отделочные работы. И здесь приоритет – водолечение. Здесь будет установлено 2 современные ванны для подводного массажа и не только для разных. Здесь, с этой стороны будет тампонное отделение для урологии, для гинекологии. Оборудованное санузлом нормальными, правильными креслами для процедуры. Во втором помещении готовится заменить водоснабжение ванн, душ Шарко и его кафедру. Также готовится к ремонту кабинета электролечения. Помещение требует косметики и замены проводки, говорит наш собеседник. К слову, на закупку нового оборудования для здравницы выделили 5 миллионов гривен, уверяет военный. К первому заезду также отремонтировали столовую, удалили нагар со стены потолков, частично заменили оборудование и установили новые вытяжки. Персонал, который, по словам военного, остался прежним, говорит, что в новых условиях и работается по-новому. Было, конечно, страшно все тяжелое было. Сейчас начальник все привел в исключительный порядок. Оборудование прекрасное, новое. Все работает, все функционирует. Просто ждем людей и ждем заездов, потому что мы готовы работать. И люди благодарят, уже снимают наши закуски. Им нравится, им вкусно. Поэтому добро пожаловать. Вместе со столовой отремонтировали зал приема пищи. Пока здесь классическая обстановка. Но как только оздоравливающихся станет больше, перейдут к шведскому столу. Но и сейчас готовы порадовать пациентов увесистым меню. Вот на обед у нас идет помидоры натуральные. Это на закуску. С кукурузкой сладкой, с перчиком салатным. На первый у нас идет рассольник ленинградский со сметаной. Картофель молодой на гарнир. Рыба под маринадом на закуску и поджарка со свининой, это к молодому картофелю мясное. Сейчас вход в санаторий для пенсионеров и людей с детьми свободный. Не рады тут только мужчинам. Опасаются наркоманов и преступников. Полностью возобновить режим работы, в том числе прием постинсультников, военные обещают до конца года. А в будущем здравница будет обслуживать как военных, так и гражданских. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».